Темная комната, проектор, экран или белая простынь на стене. Еще не все ивановцы забыли о существовании диафильмов. А чтобы современное поколение школьников представляло, что же это такое, в библиотеке на Крутицкой провели небольшой мастер-класс по изготовлению собственных диафильмов. Но в любом деле главное – настрой. Поэтому прежде всего участники воркшопа посмотрели ленту про кота в сапогах. Мы делаем воркшоп впервые, поэтому даже не стали называть это мастер-классом. Значит, просто нашли интересную группу питерскую, которая делает Диазавр Фест по созданию диафильмов как раз. Вот. И решили тоже научиться делать такие диафильмы. Понравилась тема. Нашли проектор дома, нашли диафильмы, пленки. Выяснилось, что нынешняя молодежь о диафильмах не знает почти ничего. Взрослые ностальгируют. Просмотр диафильмов всегда был большим праздником, если учесть, что по телевизору показывали лишь передачу «Спокойной ночи, малыши». Дети наши не знают этих диафильмов, а вот я вот прямо вот прекрасно помню эту темную комнатку в частном доме моей бабушки. Тут печка, и вот я очень любила смотреть диафильмы. Сейчас уже смотришь, как так смешно смотреть на эти диафильмы. А раньше это было вообще очень интересно, да. Дети с удовольствием включаются в творческий процесс. Для экспериментов нет границ. Рисовать можно и цветными гелевыми ручками, и фломастерами. Подойдут даже чернила для струйной печати. Вот только краска эта въедливая, и нужно быть с ней весьма аккуратным. В качестве основы для диафильма используется специальная пленка для печати или полупрозрачная бумага. У нас есть такой приятель хороший, Шуя, который в детстве рисовал диафильмы на бумажке. Вот. Нет, нарисовал на бумажке клеточку. Он рассказывал, что это очень неплохо получается. Поэтому решили попробовать и на пленке, и на бумаге. Посмотреть, чего будет. То есть это, по идее, очень маленький комикс. По сути своей, только в такой форме интересной. Говорить о тотальном увлечении диафильмами в Иванове, конечно, рано. Скорее, пока это душевный порыв небольшой группы творческих людей. Создать собственный диафильм сможет даже ребенок. Главное – придумать незатейливый сюжет и воплотить задуманное на небольшом фрагменте пленки. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.